Приветствую вас. Я думаю, что для начала неплохо было бы определить, какое чувство, что вызывает. Вот так. То есть, какое чувство, как бы ответственно у вас за эмоции. Это и будет первым шагом таким к тому, чтобы разложить все по полочкам. Вот. Мне кажется, исходя из вашего вот предыдущего ответа, да, который вот вы, вопросы, точнее, не ответ, а вопросы, простите, пожалуйста, исходя из вашего первого вопроса, мне кажется, что одной из проблем, серьезных проблем, является то, что вы себя не принимаете до конца. Вот. То, что вы, ну, не можете себя принять, то, что вы сравниваете себя с другими людьми. Вот. Вот мне видится, что это такая вот проблема. Да? То есть у вас есть определенный комплекс, и комплекс это всегда, значит, извне, так называемые интроекты, можете почитать об этом в интернете. Вот это такие, это такие мысли, такие знания, вот, которые, условно говоря, пришли к нам извне, то есть, ну, от других людей. Вот. И то, что вы обращаете свое внимание на них, да, это вот как раз на эти самые, ну, на эти самые знания, да, вот, извне, говорит о том, что вы в себе не уверены, вот. Говорит о том, что вы в глубине души себя обесцениваете, возможно, вы себя обесцениваете в глубине души, вот, ну и все это, конечно же, не дает вам повода, не дает вам повода лучше о себе думать, к сожалению. Вот, это вот то, как я вижу данный аспект, это то, как я вижу данную ситуацию, да, это то, как она видится, вот, и, соответственно, мне кажется, что начинать нужно именно с этого, с этого. А дальше уже будет
видно. В свою очередь, мысли, которые у вас возникают, являются источниками тех или иных фигур внутри вас, каждая из которых тянет вас в свою сторону. И для того, чтобы вам привести мысли в порядок, нужно это консолидировать. Но опять же, сами вы сделать это не сможете, потому что вы попроторены такой, условно говоря, дорожкой. Идете. Вот. И мне кажется, что вам нужна помощь специалиста. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.